С 1 января 2018 вступают в силу изменения федерального законодательства, касающиеся земельных участков. Так, со следующего года собственникам будет невозможно распорядиться землями с неустановленными границами, ни продать, ни подарить, ни сдать в аренду, ни даже завещать. Речь идет обо всех земельных участках, кроме принадлежащих государству или относящихся к землям сельхозназначения. Межевание – услуга платная, поэтому прежде собственники зачастую ее игнорировали. Межевание стоит, начиная от 5000, и зависит от различных факторов, например, от площади участка, от состояния правоустанавливающих документов. Внесение границ в Единый государственный реестр недвижимости позволит защитить права собственников недвижимости, избежать рисков споров с соседями, а также неправильного начисления налога на имущество. Владельцы участков с неустановленными границами не застрахованы от ошибок при начислении налога на имущество, а также от административных штрафов при захвате территории. Узнать границы участка можно на сайте Росреестра по номеру или адресу объекта. Сведения также можно получить в любом офисе МФЦ. Если данные о границах не зафиксированы, необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Они, к слову, не являются сотрудниками кадастровой палаты. Поэтому выбирать специалиста, чтобы избежать мошенничества, нужно, тщательно изучив их практику и статистику работы на сайте Росреестра. Мы тесно сотрудничаем с кадастровыми инженерами нашего региона, проводя различные разъяснительные мероприятия, лекции, семинары для того, чтобы улучшить качество проводимых кадастровых работ, а также минимизировать ошибки, допускаемые кадастровым инженером при подготовке документов, что позволяет значительно повысить уровень защищенности собственников объектов недвижимости. На территории региона 494 тысячи земельных участков, стоящих на учете в Росреестре. Отмежовано из них только 37%. Поэтому, отмечают специалисты кадастровой палаты, работы еще много. И жителям процесс лучше не затягивать. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Она вас многому научит.